час ви дивитесь програму «Люди нашого міста». Приєднуйтесь до нашої бесіди, бо сьогодні гостем студії буде завідувач музично-теоретичним відділом комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа номер 8 міста Одеси». Це Ася Хачатрян. Вітаю вас. У вас дуже багато учнів, вас в Одесі знають, ви викладач. І хотілося б почати нашу розмову з того, як так сталося, що ви потрапили до Одеси. Але насамперед, перед тим, як ви почнете про це казати, давайте ми поринемо ваше дитинство. Я знаю, що ви народилися у Вірменії. Да. В якій родині? Да, действительно, я родилась в Армении, в городе Кировакан. Я думаю, всему миру известен этот город, потому что там было страшное землетрясение. И я родилась в семье, которая тесно была связана с культурой. Потому что мой дедушка Арам Мирзоевич Хачатрян был основателем первой газеты в нашем городе. Также он является основателем первого педагогического училища, который затем стал педагогическим университетом. А в конце жизни он был директором общеобразовательной школы. Это общеобразовательная школа в советский период времени, то есть в 70-х годах 20 века. Она заняла первое место среди всех школ армянской СССР. Ну и дедушка в то же время был не только главным редактором газеты, которую он создал, а также был ответственным корреспондентом, редактором уже таких московских журналов, газет, как тогда были «Известия», «Коммунист». Вот. Так-так. Ну так получилось, что мой Але папа... я так розумію, родина була музична чи ні? Ні, дедушка був зв'язаний з творчеством, іменно з журналістикою, а папа мой був хіміком. Ну, коли він зустрів мою маму, мама вже училась в музикальному училищі в Кировакані, а також там працювала. Мама моя закончила Ереванскую консерваторию, она музыковед, и уже мама перевела меня любовь к музыке. Так. Ну и дядя мой является известным в Армении художником, его именем названа художественная школа, которую он сам основал. Устраивались выставки на территории бывшего Советского Союза и далеко за ее пределами. У вас тоже ведома родина? Да. Получається, що з двох сторон. Ви це відчували в дитинстві, що це не про вас, знаєте, не про стару родину? Я вот чувствовала только любов. Так. Безумную, огромную любовь и любовь со стороны своих родителей, со стороны дедушек, бабушек. Вот именно вот в таком организме я росла. И у меня были способности в отношении химии и точных наук, так. Потому что в музыкальной школе вообще образовательной. Это уже от отца. Но наверняка все-таки музыка была моим призванием. И мама меня определила в музыкальное училище. В училище я была ее студенткой, и нам было очень тяжко друг с другом, потому что я всегда встревала, у меня какие-то свои видения, я всегда свою какое-то... А как бы выкладач был не ваша мама, а какая-то, ну, иншая женка? Вы знаете, был такой период, когда маме пришлось уехать в Москву, и мне преподавали те же самые теоретические дисциплины другие педагоги. Так? Да. Они говорили, что с вами невозможно, потому что вам нужно поступать в консерваторию, и вот в консерваторию, и уже там с профессором, там был очень известный педагог, профессор Пашинян, с ним уже вести вот такие беседы и такие творческие какие-то споры. И так довело, что после окончания музыкального училища я вышла замуж, родила ребенка, и лишь после этого поступила в Ереванскую консерваторию. Ну, а це ж, ну, я не знаю, це, мабуть, так дуже унікальна така ситуація, бо я знаю, якщо
виходиш заміж, народжуєш дитину, то чоловік вже не бачить свою дружину там десь, вона там вчиться, так? А він бачить її лише вдома, тим паче, що ваші чоловіки, вони такі. Вот у нас была совершенно кардинально другая ситуация, потому что я вышла замуж, и после моего обращения, обращения мамы к мужу моему, он не просто дал согласие, а он двумя руками был за. Так. Он смотрел за ребенком, потому что ребенку было 1,5 годика, то есть это самый такой пик, когда нужно уделять очень много внимания ребенку. Але ж ви переїхали до Єревану, я так розумію? Да. Мы переехали в Ереван, я поступила в консерваторию. Мне повезло, я училась у известного педагога, профессора, композитора Михаила Артемьевича Кукжаева, у которого была московская школа. Он учился в Московской консерватории у Юрия Фортунатова. И как композитор Михаил Артемьевич часто приезжал в Одессу. В Одессу на фестиваль «Два дня и две ночи новой музыки». Я только хотела запитати, как так сталося, что вы опинилися в нашем месте? И вот так получилось, что я переехала уже после окончания консерватории, я переехала на постоянное жительство уже в Одессу. Это складно было? Безусловно, это было сложно, но мне очень повезло, потому что ту любовь, которую я оставила в Армении, то есть то, что было со стороны своих родителей, я получила в семье Цыпкаленко и Перепелиц, то есть основателей и организаторов фестиваля «Два дня и две ночи новой музыки». И с 2001 года, после того, как я переехала в Одессу, я работаю также и как менеджер, как организатор над фестивалем «Два дня и две ночи новой музыки». Давайте мы более детально поговорим про цей фестиваль. Я думаю, что каждый фестиваль вносит какие-то свои коррективы, свои изменения, свои, свое видение, потому что сказать, что это очень сложно, наверное, ничего не сказать. Но в то же время это не так сложно, как, наверное, со стороны кажется, потому что когда уже долгое время работаешь, ты уже знаешь весь этот организм, как оно функционирует, как действует и что нужно сделать. Нам повезло с тем, что вот уже долгие годы фестиваль проходит на сцене Одесской областной филармонии, мы чувствуем вот эту поддержку. А также президентом фестиваля является профессор Фрайбургского музыкального университета Берхард Вульф. Он, конечно же, поддерживает, приезжая ежегодно с новыми коллективами. В этом году это, безусловно, фрайбургские ударники, перкуссионисты Фрайбургского университета, а также Базельский университет представлен. В этом году приезжает ансамбль, который был на первых фестивалях, то есть в 90-х годах, еще в 95-96 году. Это швейцарский ансамбль, ансамбль новой музыки Цюрих, New Music Zürich. Всевозможные... Огромная география музыкального фестиваля. Это от Италии, Соединенных Штатов до Японии, Китая, Южная Корея и многие другие страны. Ну, конечно же, Украина и многие города Украины. Это Харьков, Киев, Львов, Одесса и другие. Скажите, будь ласка, а вы коли вчилися в консерватории, вы мріяли бути викладачем чи виконавцем? Я училась в консерватории в отделении, музыкально-теоретическом отделении, получила диплом как педагог музыкально-теоретических дисциплин. То есть это дает мне возможность работать и как музыкальный критик. Поэтому часто я, у меня выходят статьи в таких журналах, как «Одесские известия» были, «Музыка», «Одесский музыкальный вестник», это журнал Национальной музыкальной академии Одессы, и в других источниках.
Я пошла по стопам своей мамы. То есть я видела себя музыковедом. Музыковедом, но в начале своей творческой пути я была просто педагогом. Затем, переехав в Одессу, я стала менеджером культуры, в сфере культуры. Вот эта деятельность мне очень понравилась, и я была автором некоторых музыкальных акций, некоторых проектов, среди которых «Мистецкий Вавилон» при поддержке фонда «Відродження», это фонд Сороса, а также другие акции, в которых я просто как участник, как один из организаторов участвовала. Я думаю, что мне так кажется, что в моей творческой биографии особую роль сыграла работа в Одесской областной филармонии, где я была начальником филармонического отдела. Это было чуть больше, чем год. Но сам факт организации концертного сезона, привлечения новых музыкантов, исполнителей, вот изменения рекламных афиш, вот это все, что мы придумали еще там в 2008-2009 году, вот до сих пор идет и даже развивается. Среди новых абонементов, которые я предложила, и до сих пор вот этот абонемент живет на сцене Одесской филармонии, это хит-коктейль. Хит-коктейль, в котором используют импровизационную джазовую музыку, не только классическую академическую музыку. Вот эта идея была поддержана таким известным джазменом, как Юрий Кузнецов, который также участвовал в нашем хит-коктейле, был артистом Одесской филармонии. Ну и с 2011 года я работаю в детской музыкальной школе номер 8 педагогом музыкально-теоретических дисциплин. Уже преподаю детям такие предметы, как сольфеджио, украинская и зарубежная музыкальная литература. Я думаю, что дети – это наше богатство, это то, чем мы должны гордиться, это то, что мы должны вырасти уже для дальнейшего, для дальнейшей жизни нашего государства, вообще нашего общества. Скажіть, будь ласка, ви займалися такими, ну, скажімо так, ну, в лапках, дорослими справами, та фестивалі, філармонія, і тут діти. Ну, діти ж вони різні, так? Да. Це насамперед треба бути дуже витриманою людиною, а коли це йде ще про творчих дітей, то це, знаєте, ще більш витриманою. Чому вибрали дітей і як складалися, ну, як складалися ваші перші роки роботи з дітьми? Ну, так получилось, что я поступила на работу в детскую музыкальную школу. Я очень довольна вот тем, что я общаюсь вот с детьми, не только с уже именитыми музыкантами. Это было впервые, так? Ваш первый опыт работы с детьми? Нет, живя в Армении, я уже работала в детской музыкальной школе, поэтому опыт у меня уже был, опыт работы. Но и сейчас, вот до сих пор работая в музыкальной школе, я не перестаю удивляться, вот какие у нас талантливые дети, безумно талантливые дети, потому что дети показывают себя, я вижу на сцене, это не просто инструменталист, который вышел к инструменту или взял скрипку, сыграл, а это уже артист, он имеет свою, он чувствует эту сцену, он выходит как артист, инструменталист, артист, вокалист и показывает то, чему его учили. И даже есть у нас очень много уникальных, даже я считаю, гениальных детей. Почему-то мне кажется, что в моем детстве, когда я училась, таких детей было меньше, чем сейчас. Может быть, сейчас есть большая возможность показать то, что есть в наших школах эстетического воспитания, музыкальных школах, школах искусств. Потому что сегодня Одесса богата разнообразной палитрой музыкальных фестивалей и конкурсов. Вот если отметить, то это «Юный виртуоз», который устраивает первая музыкальная школа. Вот прошел потрясающий фестиваль-конкурс, называется «Шаг к успеху», и организатором является 11-я детская музыкальная школа, директор Флоров Дмитрий Дмитриевич.
Здесь дети получили возможность не просто показать свои возможности как инструменталисты, как композиторы также. Они еще получили возможность выступить с оркестром. Это что-то было уникальное. Выступали на сцене Одесской областной филармонии. То есть сейчас возможности намного шире, намного больше, чем было когда-то. Тому діти сьогодні мають таку можливість і подорожувати за кордон частіше, і бачити, як там це проходить. І сьогодні, ну знаєте, так і завдяки інтернету, да, так більше знати, більше читати, більше бачити, більше відчувати. Ви кажете, що ви дивилися на сцену, діти виходили, це була не дитина, яка підійшла до інструменту чи вийшла з інструментом, а це вийшов там справжній артист. Скажіть, будь ласка, коли ви викладаєте, коли ви бачите, як вони виступають зі сцени, ви вже можете казати, що у цієї дитини ну, великий шлях? Безусловно, я думаю, каждый профессионал, музыкант-профессионал видит в ребенке вот большой потенциал. Но, к сожалению, не все выбирают эту профессию. Есть у нас дети, вот в данном случае в 8-й музыкальной школе, есть ребенок, ученик, который выступал во многих фестивалях, занимал первые места. И мы, как педагоги, видим этого ребенка именно в области музыки. А, к сожалению, они не выбирают музыку. Вот такое тоже часто случается. Это очень обидно. Почему так сказать? Наверное, общество так устроено. Может быть, иногда они считают, что это не популярная профессия. Они пришли, получили знания, показали свои возможности. Да, так. В том числе. И уходят. Но что меня радует, вот я не хочу называть фамилию, меня радует, что эти дети приходят ко мне на урок, приходят с удовольствием, с любовью. И даже если я их встречаю за пределами школы, мы не просто встречаемся, здороваемся, проходим, мы обнимаемся, мы целуемся, мы как близкие. Это же как родина, знаете, такая. Да, да. И мне очень горько, когда я расстаюсь со своими детьми. Вот было несколько лет назад. Это каждый год повторяется, но несколько лет назад у меня был мой любимый класс, среди которых были, не знаю, стоит говорить фамилии или нет. Ну, не будем, бо они еще могут образиться. Да, были прекрасные дети, неважно, какие у них способности. Я вижу их отношения. Отношения не ко мне лично, а к музыке, к искусству, к знаниям, как они поглощают все, какие вопросы они задают уникальные. Очень, я даже удивляюсь, откуда у них вот такие вопросы возникают. Вот это очень интересно. И вот расставание всегда для меня очень горько. Я еле сдерживаю слезы. У меня были годы, когда я замечала, что дети выходили, и они сами плакали. Вот такое тяжелое расставание со школой. До речі, скажіть, ну, ваша дитина, вона піде вашим шляхом? Нет, вы знаете, мой ребенок выбрал совершенно иную профессию, но он в музыкальном плане весьма грамотный, не только в музыкальном, потому что он посещает музеи, он посещает выставки во всех городах, где он бывает, он не просто путешествует, но он обязательно должен быть во всех крупных музеях, во всех культурных организациях. Ну, скажите, вам, мабуть, трошки было неприятно, так, что он пошел в іншим шляхом чи ні? Ви знаєте, ну, ви б хотіли, щоб він продовжив ваш шлях? Ні, я б хотіла, щоб він вибрав собі ту спеціальність, яка йому подобається. Я сподіваюся дуже, що він вибрав саме те, що він хотів. Тому що у него были желания, и до сих пор я вот чувствую, что он хочет объять необъятное. Это невозможно. Надо выбрать что-то конкретное и уже знаете, развиваться. Про таких людей кажут, что любят життя, знаете? Да. Їх не дуже багато, але такі, які хочуть бачити, які не витрачають жодної хвилини свого життя. Хочуть дуже багато бачити, дуже багато знати і встигати. Ізучати. Так, і вивчати.
Скажіть, напевно, у вас були якісь дитячі мрії, так, коли ви були маленькою. У вас були мрії, залишаються ще якісь? Ну, дитячі мрії, вони, я так розумію, здійснилися, так? Ви хотіли працювати, і ви... Я з дитинства хотіла бути творчою личністю, тому що я пам'ятаю, як я читала стихи. И когда я читала, вот мурашки были не только у меня на коже, но и у педагогов. Даже педагог, я помню, в музыкальной школе, в училище, и даже в консерватории. Они звали других педагогов, чтобы они все просто услышали, как я это все делаю. Ну, я должна была зайти в этот образ, в этот портрет. Вы могли стать актеркой, так? Наверное. Ну, я стала музыкантом, и так. Я не сожалею, я пытаюсь развиваться в своей профессии, потому что только развитие дает человеку вот ту установку, что надо жить, идти вперед и делать то, что мы должны делать, то, что мы призваны сделать в этой жизни. И, наверное, вот... В последние годы я мечтала о создании чего-то нового, того, чего нет в Одессе. Потому что у нас очень много конкурсов, фестивалей, все для инструменталистов, вокалистов. Но для музыковедов, теоретиков ничего не было. Хотя предмет сольфеджио изучают в музыкальных школах с первого класса, с первого по последний класс, по выпускной класс. И областное управление культуры раз в три года устраивает в Одессе и в Одесской области олимпиаду по музыкально-теоретическим дисциплинам, на котором участвуют все музыкальные школы. Мои дети дважды участвовали в такой олимпиаде, и в олимпиаде, который прошел в 2017 году, двое из моих детей показали высокий результат. Вот это в какой-то степени меня подтолкнуло на создание конкурса, музыкально-теоретического конкурса под названием «Одесса Мюзик Олимп». Здесь я считаю, что уместно отметить еще один факт. В 2017 году у нас возник еще один конкурс для музыковедов-теоретиков. Это конкурс, который устраивает 5-я детская музыкальная школа, называется Brain Ring, музыкальный Brain Ring. Очень интересно организованный конкурс. Значит, команда из разных музыкальных школ, команда, состоящая из 4 человек, отгадывают вопросы, которые дублируются на экране и в то же время озвучиваются. Наша музыкальная школа создала такую команду из 4 учеников. Все они были моими учениками. Мы назвали нашу команду «Вокс-квартет», то есть «Голоса 4», среди которых был капитан команды Вячеслав Яковенко и 3 представителей – Арутюнян Ваан, Арутюнян Грайт и Лисов Тимофей. Кстати, из этих 4 только Лисов Тимофей продолжил музыкальное образование. Он поступил в музыкальное училище, учится на вокалиста. Мы показали очень хороший уровень знаний, потому что мы долго готовились, и у детей был такой азарт. Они хотели еще где-то участвовать, еще куда-то поехать за пределы Одессы, лишь бы участвовать еще в каком-то соревновании. И ну, это было в конце января, а в конце марта 2017 года областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам. И 2 учеников, Яковенко Вячеслав и Арутюнян Ваан, показали высокие результаты, получили, соответственно, дипломы и грамоты. Вот это все, наверное, подтолкнуло меня на то, что все-таки нужно создать нечто такое, нечто подобное. И главной целью, конечно, было приобщить детей к музыкально-теоретическим дисциплинам. Сейчас очень многие, слыша только одно название сольфеджио, уже впадают в ужас. Это невозможно, это что-то очень сложное. Нет. Для наших детей ничего сложного нет, те, кто обучается. Смотрите, я знаю, это ну, самый такой... предмет, який, ну, мало хто, ну, я нас даже, ну, я не пам'ятаю, щоб хтось любив цей предмет. Та й з удовольствием приходили на урок сольфеджіо.
Музыкальная литература тоже, но там больше я с ними разговариваю, я рассказываю, я показываю. Не только рассказываю, у нас есть уникальная возможность показать вообще, что происходит. Особенно я люблю вводить своих детей в шоковое состояние. То есть мы прошли, допустим, эпоху барокко, классицизма, и так постепенно подходим к музыке 20 века. И вот вдруг я им показываю Арнольда Шомберга. Они не понимают, что это за музыка, хотя это уже не новая музыка, это уже, в принципе, классика, нововенская школа. Далее я им показываю фрагменты из оперы Берга, Альбана Берга «Воцик». Также в ужасе. Вот это Лисов Тимофей, который сейчас учится в музыкальном училище, он говорит, я никогда не представлял, что опера может быть такой. Для него это было нечто страшное, но в то же время он полюбил оперу. И, то есть музыкальная литература – это такой предмет, что можно научить каждого. Можно научить любить музыку. Вот я считаю, что моя главная задача, главная функция как педагога – это заставить детей полюбить музыку, заставить их посещать музыкальные театры. У меня были дети, которые после того, как я им рассказала, показала оперу Чайковского «Пиковая дама», рассказала, как Чайковский приезжал к нам в Одессу для постановки оперы в 1893 году, это было в январе, вот всю эту историю рассказала. И после этого девочка, моя ученица, пошла в музыкальную, в свою общеобразовательную школу, организовала, и они всем классом, вместе с классным руководителем пошли в оперный театр на спектакль «Пиковая дама». Прекрасно. Це прекрасно. Ви знаєте, наша програма добігає кінця. Дуже приємно було з вами зустрітися в цій студії. Я думаю, що нашим телеглядачам було дуже цікаво. Я нагадаю, що сьогодні гостею програми «Люди нашого міста» була завідувач музично-теоретичним відділом комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа номер 8 міста Одеси» Ася Хачатрян. Ну що ж, дякую вам. Дякую вам за те, що цей час провели разом з нами. До зустрічі.